Кто-то мне говорил, что ты за 30 лет никто асфальт не положит. Смотрите. Прошло 30 лет, и администрация Глинского района сделала то, что должна была сделать. Асфальт шикарнейший. Многие смеялись, когда я еще в марте видео выкладывал. Писал в ЦУР, везде. Пишите ваши обращения. Люди сверху читают. Они, по идее, должны читать и должны рассматриваться в течение 2 месяцев. А вот теперь самое приятное место. Смотрите, как здесь хорошо. Кто-то говорит, что это скотопереправа, не скотопереправа. Я вроде слышал тоже, что под въездом в Шакшу тоже начали. Смотрите, как тут хорошо. Асфальт положили. Денег нашли, деньги. Вот такая вот красота. Все вырыли. Отток воды сделали. Надеюсь, скоро в моем суде тоже такой же положительный будет конец Алаберса. Так что надо, главное, верить. Все будет хорошо.